Всем привет, ребята! Вы на канале Game No Rules, и мы продолжаем проходить Batman Arkham City. У меня, конечно же, ребята, наверное, слышите меня плохо, как будто я где-то далеко нахожусь, но у меня такой микрофон. Сорян. Так, ну что, давайте сканировать ДНК крови, которые мы уже обнаружили. Oracle, change of plan. I'm going after the League of Assassins. Why? What have they got to do with all this? Oh, wait a minute. Is this about Raish or his daughter? Penguin had one of the League's assassins imprisoned in the museum. I recognize the insignia. She's a member of Talia's elite guard. I knew it. What is it about that woman that makes her instantly the most important person in your world? Talia is not the goal, Barbara. I've uploaded Freeze's unfinished cure. It looks to me like the answer is... found in Ra's al Ghul's blood. Так. Будем, короче, сейчас, ребята, отслеживать Лигу убийц. Будем прокачивать заодно персонажей наших. Okay, Bruce, I guess you need to go after him. But please stay focused. Don't let her get in the way again. Так, а, это наш, все нормально. Ну что ж, будем искать Ра's al Ghul. Так, запрос сбора какой-то херни. And another equipment request. Did you ever consider a bigger belt? I did. Too heavy. Slowed me down. Let me know when it's here. Так, детский режим. Ага. Так, я вижу. It's chaos here. The boss has vanished. What? Where'd Penguin go? No idea. One minute he was all, Batman's going in my trophy case. The next, nothing, zip. I don't like it. Ну и заодно, ребята, мы находим противников. Блин, а сколько здесь их? Ух ты! Изи просто, ребята! Без колена, на! Просто по животу. Изи. Так, включаем дальше наш режим. Отслежим, куда она могла деться. Так, стоп, ну... вот она была точно. Ага, она выше поднялась. Окей, я понял. Вот она шла. Окей, раз. Так, а далее. Куда-то она... она должна была когда-то забраться. What's the deal with these jerks? Don't they know this is Penguin's territory? I guess not. Well, they will. Неужели, если это порвался здесь? I want blood. I want Two-Face to regret the day he even thought of coming in here. The bipolar freak. Yeah. Then we move on his territory. See how he likes. Что-то не то, ребята. I'm ready. Почему след обрывается? То есть... она была здесь на краю. Ага, вот она спрыгнула, окей. Нет, она туда не шла. Так, и сюда она тоже не падала. Вот она пробежала поверх. Так, блин, куда она вообще спряталась? What's the deal? Is your mommy the town bike?
No. I bet she is. If you must know, on her prom night, she got a little drunk. Look out! It's Batman! Блин, ну придется сражаться. You were right! It's Batman! Ох ты, сколько их здесь. Ух ты! Блин, ну этот чувак, надо его гасить, потому что он с ножиком мешает. Блин, ну вот, две кнопки одновременно нажимаю и... Комбинация сбил. Вот я. Оп. Оп. О. Оп. Оп. О. 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 Пух, волна. Раз. И два. Окей. Продолжаем. Так, она. Ой-ой-ой-ой-ой, я далеко улетел. Очень далеко. Вот она поднималась. Так. Здесь. Так, пока что слежка идет хорошо за ней. The blood trail has run out. The only way I'm gonna find that assassin is to locate more evidence. Надо искать больше улик. Окей, давайте еще что-то отсканируем. Фух. Way to find Rage is to get a tracker on that major. I'll need to get in close. Ха-ха, она убегает. Ну ничего, сейчас будет погоня, короче, ребята. Ну я же Бэтмен, супергерой. Меня никто не уходит, правильно? Тем более она ждет нас. Или в западню нас ведет. Ну, конечно же. Жаль, что мы так не умеем прыгать, как она. Но хотя бы хоть как-то. Ты продолжаешь жить лишь потому, что великий Рафалгул позволил тебе это. Отзови его. Я с ней справлюсь. Остановись. Не иди за нами. Мне не нужна была твоя помощь. Серьезно? А мне показалось наоборот. У меня было все под контролем. Зачем тебя Альфред прислал? Он беспокоится за тебя. Возьми это, проведи анализ и начни проверять больницы и скорые. Все, кому прилют эту кровь, в течение суток умрут. Чья это кровь? Оу, она ведь твоя. Я отнесу это в больницу и вернусь. Тебе пригодится помощь. Я справлюсь, ты нужен Готэме. Все может стать хуже, намного хуже. Ты думаешь, если Стрэндж на самом деле знает, кто ты? Что будет, если он всем расскажет? Как ты... Поверь мне, я найду решение. Если я понадоблюсь тебе, ты знаешь, где я. Я знаю. Теперь иди. О, ребята, я помню это. Эту хрень, это оружие тросермент. То есть мы делаем в одну сторону, пускаем трос в другую и... Летаем, короче. Что-то типа того.
Так, ну что ж, куда нам нужно так проследовать за убийцей с помощью тягача? Окей, я понял. Так, но... Нам показывает в другую сторону, совсем нужно идти. Поэтому... Давайте отправимся. Так, нам нужно как-то обойти, да? Я правильно понял? Тут мы не пройдем, по крайней мере, сейчас. Пропущено новое свое сообщение Джокера. Пускай лес обойдет. Wow, this is Gotham, not Tokyo. We don't have ninjas here, do we? Опа, нормально. У меня даже немножко подлагивает, ребята. Так, они походу двигаются, правильно? Я понимаю, потому что 60 метров расстояние постоянно. Поэтому... Нужно сократить дистанцию. Вау. Oracle, I'm heading underground. Below the surface, Gotham's a maze of old steel and ironwork. My signal may get weak. Try and stay locked on. Rerouting additional satellite coverage так, now. Под низом где-то еще. I thought it was bad up there. That... Look out! It's the back! Так, давайте пока что... Мы следим, правильно? Ааа! Я упал, но нужно... 8. Ха, и что теперь, как нам? Блин, она сейчас так такими темпами сбежит. И протянуть мы не можем. Фак, что делать, ребята? А, блин. Блин, но она тоже двигается. Я не успеваю просто на все. Блин, блин, ну да, сложно. Может, конечно, не нужно было сражаться. Но по-другому никак. Правильно, ребята? Потому что нам в любом случае нужно вот здесь взломать код, правильно? А цель все равно убегает. Поэтому ну, в любом случае мы не... у нас не получилось. Но зато мы уже здесь были, поэтому нам как-то будет немножко проще. Ага, вот и наш трос пригодился. Вот, значит, мы туда идем.
Just give me a minute. I'll be all right. No, you won't. Hurry. You're running out of time. Man, what's in these things? Guns, explosives, thermal trackers, everything an army needs. To kick Penguin's ass. The bat's here! Ух ты, ё-моё. Чувак, который принимает удары, что-то новенькое. It looks like Joker is sending his crew down to steal weapons off the Tiger Guards. That's not good. Those guys are armed with the latest military weapons. If Joker gets his hands on that stuff, well, you know. He won't. I won't let him. Look what we got here. What's up, Doc? Please don't hurt me. Oh, we ain't gonna hurt you, sweetie. Not a pretty little thing like you. Please, I'm an intern. I don't know what's going on here. Can I have her? No, you got the last one. Так, get the rest of the guns out and stack them up. Я так понял, это все уже. Я не вижу цели, чтобы уходила. Значит, нам нужно было сюда. Military grade interference generators. Best money. Так, давайте оценим обстановку, сколько здесь противников. I'll need to neutralize them so that I can scan the room for targets. Man, she looks scared. She's all alone down here with так, us. Я видел еще кого-то. Oh God, please, I can't fix him. Please let me go. Sorry, Doc, you're ours now. Just do me a favor, huh? Don't try to run. I'd hate to have to punish you. Ага. Okay. Face. Yeah, you don't want a bullet going through it. Ну попробуем его тихонько обезвредить. А те сами потом пойдут. Ну, блин, на виду не хочется. Оп, есть один. Get over and find out who's screaming. There's someone stuck up here. Get over here. What happened to you? How come you're up there? Help me. Вот цель внизу и движется, короче, ребята. Go and hide now. Please help me. Got another one down over here. Someone was sitting in there. It's you. Есть. Так, давайте новый прием поставим какой-то. Или на жизни. Давайте на жизни. Мы еще не... Это что у нас? Ну, похуй, давайте. Давай вот это поставим. Мне вообще насрать, если честно, что прокачивает. Так, а почему я открыть не могу? Hello? Is anyone there? Блин, давай, Манда, быстрее. Hold tight. Thank you. What are you doing in Arkham City? I'm in Arkham City? What the hell am I doing here? I was grabbed outside the hospital I intern at. They drugged me, and I woke up in a building up there. The person in charge here has been rounding up doctors to try to fix Joker. Looks like you were unlucky.
He's dying, right? It seems that way. Is it wrong not to feel bad about that? What now? You need to stay here. Keep out of sight, and you'll be fine. I'll be back. Вот мне это нравится. I'll be back. Oracle. It's me. Joker's not stealing the weapons from Strange. Strange is giving Joker the weapons. Are you sure? Of course you're sure. Why would he do that? Maybe he's trying to control who runs... This world is doomed. Cities like Gotham grow to resemble hell breaking through the sidewalk, continuing up into the sky. Structures will grow to blot out the sun, and the people who live in them will be choked by the pollution they create. Eventually, when no space remains, this world will die, struggling for breath as man's mistakes nail the coffin shut. But this doesn't have to be your future. Так. Не-не-не, это точно нет. There is a better way. Behind this wall is mankind's chance for survival. A glimpse of the future based on an amazing discovery. Ну я точно сюда зашел, но как здесь нам открыть? Я... Пока что я дубля не даю, если честно. Everywhere. Оп, есть. Правильно шел. Блин, мне казалось, так нужно здесь. Ага, блин, я, ребята, почти угадал. Вот внизу. А. Но цель, в принципе, уходит, но. Вообще, какая разница, все равно я правильно иду. Так, какие-то костюмы, роботы. Блин, ну мне кажется, так легко ничего не будет здесь. Tracker signal continues beyond this door, but the door looks like it's been sealed for decades. The assassins must be using another way to get through. These must be the famous mechanical guardians of Wonder City. It looks like their inner workings were very advanced. I'm detecting a kind of memory tape they used, almost a primitive video. Perhaps I can scan and analyze it. Ага, значит, в принципе, мы сейчас будем собирать вот эти пленочки. Так, удержите, чтобы отсканировать. Ага, вот пройдет. The data is incomplete. Ага, значит, нам нужно, короче, искать вот этих чувачков. It looks like the data is stored in a shared memory pool. Maybe I can retrieve the information from the other guardians down here. Так, еще есть один. Отлично. Так, нашли еще трофейчик, ребята. Это вообще круто. Так, а взломать получится, интересно? А, нет. Блин, как выйти? Выйти. Окей, я понял. Ну что ж, продолжаем дальше искать трупиков. Вот, я вижу наверху одного.
Ага, чтобы нам попасть нужно. Блин, у него сколько много вот всяких этих гаджетов, что вообще просто путаешься. Я уже наугад, ребята, кнопки нажимаю, чтобы угадать, что мне выбрать. Ох! Ух ты! Ну, значит, я верно, наверное, пути, потому что... Блин, ну я ничего не вижу, это... Ничего не вижу, короче. Так, 66%. Это мало, ребят. Мало очень. Так. Ну что ж, остались еще два механизма, правильно? А, нет, три. Четыре даже. Ух ты, блин. Ну они, короче, в принципе, ребята, вообще не сложные девушки эти. Рас аль Гула. Ну они, если я правильно понял, не Рас аль Гула, а его дочери. Вот не помню, как ее там зовут. То есть они типа ученицы. Ну, особо, да, не сложно сражаться. Просто не всегда видно, вот что нужно нажимать. Блин. Ну, ХП у меня все-таки мало-мало, это прискорбно, нужно, ребята, больше брать на прокачку, короче. ХП, но что-то у меня только на бронежилет и патроны. Так, ну этого достаточно, есть еще один, не знаю где. Assembled surveillance footage shows me where the assassin went. She must have been using a secret entrance. I need to find it. Ага, ну, в принципе, я нашел уже ход. Куда они заходят? It looks like a sword fits here. Нормально. Protocol 10 will commence in 4 hours. О, 4 часа. Блин. Похоже, конец игры уже подходит. Если так мало времени осталось. Ах! А я думал, получится проскочить. Не получилось. Блин, ну Бэтмен, короче, умирает. О-о-о, ХП, что-то наше. Брюс, ты меня слышишь, милый? Ты должен выйти на свет. Мы с папой ждем тебя. Мы скучаем по тебе. Ты должен это сделать. Мы так просим тебя. Брюс, Брюс! Конечно, очень слабы. Зал демонов. Если мы еще в таком состоянии сейчас будем сражаться с Рас аль Гулом, это вообще будет огонь. А,
Надо было послушаться, когда я тебя предупреждала. Теперь тебе ни один друг не поможет. Хватит! Здравствуй, Талия. Как ты нашел нас? Я узнал твою личную охранницу. Нужно было лишь проследить за ней. Пожалуйста, госпожа, он обхитрил меня. Прочь! Я позже с тобой разберусь. Чтоб увидеть меня, тебе не нужно было добиваться ареста, Брюс. После той ночи, что мы провели в Метрополисе, ты мог просто позвонить. Я пришел не к тебе. Где Рас? Если он мертв, тебе придется разбудить его. Только истинный преемник может пристать при Рассельгуле. Мой отец всегда хотел, чтобы мы были вместе. Вместе командовали его армией. Только представь это. Ты, я, лучше мира. Твое лицо. Что с ним? Я здесь, чтобы свить место вместе с тобой. Ты хочешь стать ассасином? Почему я должна поверить таким резким переменам? Ты видела мое лицо. Похоже, что у меня есть выбор. Ты готов пройти испытание демона? Ты должен показать, что можешь отнять жизнь, чтобы спасти мир. Я готов. Тогда приступим к испытанию. Короче, ребята, нам нужно пройти испытание, чтобы получить то, что мы хочем. I've seen worse. Nothing can prepare you for what comes next. Destiny will decide your fate. I won't fail. I have heard these words 100 times. Let us hope you are correct. Your journey begins through this. Твое путешествие начнется за этой дверью. Тогда приступим. Are you sure, Bruce? Ты уверен, Брюс? Это испытание смог пройти лишь один. Ты меня недооцениваешь. Нет, конечно, просто я хочу, чтобы ты понимал, что с кровью демона каждый борется один, как обычно. Что ж, да смилуются духи. Welcome, detective. I am the great Ra's al Ghul. Before you lies your first demon trial. Simply drink from the chalice. It is that simple. Good. Feel the blood of the demon course through your veins, restoring your health and twisting your will. Your next task is simple. Follow me through this world, and the trial is complete. Touch anything along the way, and you will die. О, нифига себе. Если что-то дотронешься, ты умрешь. Так, а куда нам нужно вообще? А, все, я вижу. Блин. Ну, сложно здесь. Застрянем мы, наверное, надолго. Ага, удерживайте во время пикирования. Ух ты! These tests prove if you are strong enough to lead my forces.
to save this world from the evil that is destroying it. Блин, опять! О, ненавижу это! Это сложно, ребята. Честно, это сложно. Это сложно именно для меня заключается в том, что мне нужно это все сделать одной рукой, и эту второй рукой управлять мышкой, это вообще просто жесть. И у меня не получается так. Мы еще попробуем, конечно. Да, правильно, кто мы такие, чтобы не пробовать, как пройти. Пройдем не с первого раза, но сделаем это. Мы станем Рас аль Гулом новым. Are you the one I have searched for, detective? The one to succeed me? Еще дальше нужно куда-то лететь. Конечно. На какой ошибочке? Ну, короче, у меня с первого раза не получается. Не знаю, у кого получилось с первого раза, тому вообще жестко повезло. Профи, я скажу так. Так, куда мне вообще лететь? Куда лететь? Я типа промазал, ребята, походу надо было, короче, в этот вихрь залететь. Да? Да, надо было в этот вихрь. Сколько добра ты совершишь? Да Бэтмену пофиг на это добро, он хочет просто выжить. И все. Насколько я знаю Бэтмена. Я Бэтмена знаю, потому что я Бэтмен. I can see your body is becoming weaker. Я вижу, твое тело слабеет. То малое количество, что я дал тебе, позволит тебе прожить всего лишь несколько часов. Пора тебе принять решение. It is time for you to make the ultimate decision. Ну, я пока что ничего не делаю. Я пока что чисто слушаю Рас аль Гуля. Так, нужно успеть, нужно успеть. Я успею. Есть. Оп. Блин, ну... Ну я хотел его ударить, короче, меня. Раз, два. Три не получилось. Пора встретиться со мной лично, пройди последнее испытание, и кровь демона подарит тебе вечную жизнь. Да, давай. Стоп, ребята, стоп! Нет, я, короче, не успею жестко сейчас. Да, я не успею, короче, я... Ступил, я немножко... Падал вниз, я забыл, короче, что опять нужно зажимать несколько клавиш. Ну, сложно, то есть мне мизинчиком нужно вот это падать. Так, поднимайся, и вихрь. Ух, влетаем. You
Неплохо, детектив. А теперь попробуй найти меня. Получи свою награду. Окей, давайте попробуем. Ты справился. Тебя это удивляет? Конечно же, нет. Я всегда верила. Где Раз? Мне нужно увидеться с ним сейчас. Последнее испытание здесь, за этой дверью. Да смилуются духи. Раз Аль-Гул. Отец. Добро пожаловать, детектив. Пришло время сделать выбор. Убей меня, стань главой демона. Это твоя судьба. Я никогда не убью. Даже тебя. Что? Ты солгал мне? Мне нужен образец крови твоего отца. Это был единственный выход. Позволь помочь тебе. Возьми мой меч. Воспользуйся им полностью. Нет. Это окончательный ответ. Теперь только один из нас сможет покинуть эти покои живым. Мы это еще посмотрим. Вау, что это за мир? You should have killed me when you had the chance. Ух ты! Numbers are too great. Ага, я понял, как с ним сражаться. Witness the true power of my Lazarus pit. Ух ты, ядрить твою ты налево. А. Хорошо, что ребята хоть что-то вам подсказывают. Хотя бы нам подсказывают, потому что мы проиграли. Блин, я бы его убил бы. We are fated to rule this earth, to wipe it clean of the scum of humanity. Only we can do this. My father is old. His time is over. Ours is just beginning. Take his blade. Kill him. Accept your destiny. Accept our destiny. You know I can't do that, Talia. Then, beloved, you will have to die. Любимый, ты умрёшь. Блин, ну это не факт, конечно, что я умру. Our numbers are too great. X-20, где бы вообще? Блин, я почти вернулся.
not beat us. Блин, ну я опять почти увернулся. Ох! Да-да-да, ребята, ну это круто, мне нравится вообще. You cannot beat us! Ху-ху-ху-ху, еще такая музыка. Ой, увертаемся, увертаемся, блин, но он палит, короче, как нас нужно одолеть. Ух, я вернулся, ребята, я вернулся. Он пропал, где? Контратакуем, 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 давай, 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 давай. What are you doing? Что ты делаешь? Listen to me, detective. Слушай меня, слушай меня, слушай внимательно. Слушай внимательно. Ты убьешь меня и станешь главой линии убийц. Потому что в противном случае я буду вынужден убить единственного человека, которого ты любишь. Это не входит в план. Ух ты, четко вообще. Enter, так, так, новый бета-ран, ребята! Do it! Ушатали. Детектив! Тебе нужно было убить меня. Да, стоило бы. Что за человек готов пожертвовать собственной дочерью? А ты? Ты солгал мне. Я думала, ты любишь меня, Брюс. Талья, Don't. You two deserve each other. You're looking old, Raish. What's really going on here? I have used the Lazarus Pit too many times. I've lived 600 years. My mind and body cannot take much more. Each time I enter the pit, I am frightened of what will come out. The Lazarus pit has corrupted your mind. Think about it. If your pit falls into the wrong hands, you'll be powerless to stop centuries of destruction. This is your chance for redemption, Raish. Call off your crusade. Or I'll be back for you. Ну что ж, ребята, думаю, на этом все. Если вам понравилось прохождение, то подписывайтесь на канал и ждите новые части. Всем пока, до новых встреч!